До Нового года осталось буквально 2 недели. Предлагаем всем мамам потратить это время с пользой для себя. Для этого нужно составить список самых приятных дел на каждый день декабря. Это только кажется на первый взгляд, что на себя времени не хватает. Согласно теории мелких шагов, главное начать с малого. Итак, запланируйте завтра утром сделать массаж лица, шеи или другую домашнюю бьюти-процедуру. Времени это займет немного, а вот настроение точно улучшится. Как давно вы пересматривали свои детские фотографии? Предлагаю запланировать это дело на один из декабрьских вечеров. Соберите своих близких и обязательно расскажите о самых памятных моментах своего детства. Запланируйте новогоднюю фотосессию, продумайте место, время и наряд. Если позаботиться о новогодних фотографиях заранее, к празднику их можно будет успеть напечатать и вставить в рамку или украсить новогоднюю ель. Декабрь – время самой ароматной выпечки. Приготовьте печенье, пирог или пряники с ароматом имбиря или корицы. Попробуйте новый рецепт чая. Добавьте апельсины, замороженные ягоды или самые зимние специи – гвоздику, корицу и кардамон. И даже если вы не очень любите готовить, этот пункт из списка точно принесет удовольствие. Еще один пункт в списке приятных декабрьских дел – это устроить себе вечер при свечах. И речь вовсе не об ужине. Просто возьмите себе за правило хотя бы раз в неделю зажигать свечи с вашим любимым ароматом и наслаждайтесь ароматерапией. Украсьте дом к празднику, если еще не успели. Используйте хвою, гирлянды с теплым светом. И тогда настроение придет еще до наступления Нового года.